50 раз. Угу. На что, вот часто вопрос такой звучит, твой адрес много человек задало, на что тратила вы? Вот на что можно потратить, как мы вот в прошлый раз с твоих слов выяснили, опять же, с твоих слов, 5 лямов долларов? Ну, на что можно потратить? Ну, представь... Давай без казино, там на что ты тратил в основном? Не, хотя понятно, ты и в казино тратил. Ну, давай представим недвижимость, несколько квартир, виллы там за границей и все остальное. То есть, ну, я думаю, что это основная статья все же расходов была. То есть, ну, автомобиль, понятно, ну, хорошая жизнь, то есть, поддержание. Ну, тоже уходило, ну, сколько, ну, 20, ну, 30 тысяч долларов в месяц ты потратишь, понимаешь. Ну, ну, пить надоедает, понимаешь. Там, ну, поедешь ты там в Куршевель, в Монако, понимаешь, тоже там, ну, надоедает. Поехал ты в Израиль, тоже там снял яхту, там, пароход, тоже надоедает. Ну, основное, да, там, недвижка, машины, наверное, все же... Тёлки, подарки какие-то там, ну, тоже там, ну, одной подарил машину, второй подарил машину, понимаешь, там, ну, сейчас такого нет, ну, и я осуждаю, опять же, это все понты, понимаешь, они не нужны. Тихо, потихоньку делаешь свое дело, неважно, что ты делаешь там, хорошее или плохое, занимаешься, да, своим делом, тихонько, чтобы никто не знал, и...